Всем приветик. Давайте попробуем суши с лососем. Обзор на суши с лососем получается у нас. У нас есть соус. Вот эти суши я заказала в Якитории, в онлайн-магазине. Якитория в Москве. Так. Вот, что это такое? Вот, нам принесли вот такую сушу. Это суши с лососем. Вот. Попробуем. Неплохо. Правда, рис напоминает такой обыкновенный длиннозерновой рис. Он разваливается, он не слишком липкий. Но рыба ничего, так нормальная. В общем, мне понравилось. Нормальные суши. Из, кстати, московских. Я их поставила так близко к... кверху, ну, конечно, не самые, может быть, прям бестные, но нормальные, вполне. Вот, ну, у меня тут еще много всего разного, там, давайте в следующем видео я вам расскажу о следующих сушах. Спасибо за внимание.